Все, Шуня! О, супер! Хорош! Хорош, Шуня! Хорош! Все, давай, мой тебе. Челси или Манчестер? А? Челси или Манчестер? Не знаю. Да я ни за кого не буду болеть. Так, сейчас посмотрю, за хороший футбол. Ну, а вообще, когда две команды одной стороны, это интересно или скучно? Ну, не знаю, смотря с какой стороны посмотреть. С одной стороны, я думаю, что это особенное какое-то... Эмоциональный матч получается, потому что изначально команды часто играют, и я думаю, у них какие-то сложились уже отношения, в которых они будут искать победителя. Это будет уже не в чемпионате, а за титул, наверное, это интересно. С другой стороны, что матч этих команд уже видели и не раз за год, два раза минимум, поэтому смотря с какой стороны посмотреть. Но в любом случае, финал это интересный матч, и тут не может быть никаких слов против этого. Прогноз давай, да? Я хочу серию пенальти. Мне понравилось, как в финале Лиги Европы пенальти. Поэтому я буду ждать ничью и борьбу до последней секунды. Ну, а что делать? Вы еще ко мне постоянно подходите за контентом. Уж отдельно сижу, что ли? Больше не буду с пацанами сидеть. Да так, да нет? Как думаешь, что будет спрашивать про... Как обычно. Сейчас... Какой самый такой вопрос, повторяющийся журналиста, который уже надоел? Про Европу, наверное. С
самый главный. Я думаю, будет вопрос про Европу. Какую роль просто сейчас в твоей карьере играет вот мечта уехать в Европу? Или ты все-таки оставил уже эти планы? Я сейчас ничего не загадываю, потому что сейчас я в первую очередь сконцентрирован на тренировочном сборе, на подготовке к чемпионате Европы, успешном выступлении команды на этом турнире. Так что поживем, увидим. Далее, правда, что в твоем контракте есть пункт о том, что ты можешь уехать в Европу? То, что проще договориться с Зенитом, а потом... Они играют, особенно сложные девятки. Да, Лер, ну хватит тебе, ну хватит, ты чего? Дай, какой Гвардиола? Сергей Богданович у тебя... Честно говоря, простите. Про скрытую девятку. Да-да-да, и... И снова посмотрите, как называется атака Сергея Богдановича. Его альбом. Самый возрастной, очень высоко поднимается. И... Так, свой собственный каблук попадает Тиму Вернеру. Беда, хороший момент учился, чтобы реализовать этот период. Ты за кого ты болеешь? Ну так, поедешь. Я за Сити. Ты думаешь, что они выйдут, или тебе просто больше нравится? Ну я за них в финале переживаю. А ты с Зинченко не знаком? Нет, не застал. Еще один подход через левый фланг. Бенчилло, но он настроен на подачу. Однако Кайл Уокер на его ноге не мешает как раз это сделать. А за кого ты? За... Ну, за Сити вообще, да. Ну, в этой игре, да, за Сити. А Зинченко знаешь, нет, знаком? Не, не знаком все. Слушай, а как вот он 7 лет назад в ЛФЛ играл, а сейчас в Лиге чемпионов? Такое вообще бывает, нет? Ну, видишь, как бывает. Ну, а как это? Не доценили его тогда, что ли? Из где, в ЛФЛ? Да. Не, наоборот, ценили-то, например. Из, ну, да, такая, из Уфы попасть в Сити. А как тебе вообще в Сити больше нравится? В Сити? Добрый. Тихо. Самый такой статусный матч, на котором ты был вживую, как болельщик. Помнишь такой, нет? Блин, я помню, мячи подавал на Лигу чемпионов в детстве. Да. На каком матче? ЦСКА Манчестер Юнайтед, помню, был. ЦСКА Интер, по-моему. И вот прям, то есть, рядом стоял, да, там бегали звезды. Ну да. Ни с кем сфоткаться там или автограф. По-моему, футболка просила очень сильно. У Нани, по-моему. Да, по-моему, у Нани был. Отдал, нет? Нет, не дал. Алан Загоев дал. Футболка от Загоева у меня есть. Ну, ты... Геймрейн? Я сделал же геймрейн. А, ты всех хочешь? Это не то. Вот у тебя где была шишка. Вот это уже натягивается в задние. Вот у тебя где была. Ой, гол, 1-0. Гол. Давай. Мост, ты за кого болеешь? Я за Сити, а ты? За Челси? Я за Челси, да. Я вот не знал, я никогда Челси не любил, правда, вообще. Возвращаясь к Лиге чемпионов, вот какой тебе финал больше всего запомнился? А, Манчестер-Челси, помнишь, смотрел, когда поскользнулся Терри? Да, я был на этом матче, кстати, на трибуне. А я, по-моему, это мой один из первых был финалов Лиги чемпионов, когда я это... В Москве же он посмотрел. Да, да. Вот этот как-то мне сразу, знаешь, в голову приходит. Там Ван дер Сар, ему уже сколько лет-то было? Ван дер Сар, да, играл, там, вот, я помню. Роналду в Манчестере был. А вот смотрел финал, где 3-0 вел Милан, а потом Ливерпуль 3-3 сравнял и по пенальти выиграл. Это слишком маленький момент. Да нет, я помню этот матч, но как-то... Я его, наверное, не смотрел, поэтому я не... Я просто... Ты знаешь, когда ты с удовольствием идешь туда, где тебе сделают больно точно. Да, слушай, да. Зато потом будет далеко. Ну, зато потом, да.